Так, пока у нас готовится следующий спортсмен, представитель сборной Украины. Это Константин Матулевский. Один из хороших спортсменов, хорошего уровня украинских. Он выступал неоднократно уже на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. Сын президента Федерации Украины Николая Матулевского. Очень такой перспективный молодой парень. У них семейная традиция. Даже жена Николая Людмила занимается цигун жестким и мастер ушу. Очень интересная семья. И вот сын пошел по стопам родителей. Константин Матулевский. Гуйдин Цюань. Стандартный комплекс. Немножко так ровно прошел. Прошел шпагат. Где его чуть шатнул, и я не думаю, что это будет серьезно какой-то ошибкой. Хорошая наполненность, немножко позиция высоковатая, и вот здесь потерял равновесие. Бедуинский прыжок, подсечка. Ну, прошел сложно, прошел довольно. Молодец. Ну, он, если сравнить с предыдущим спортсменом, с Хаденом Наварро, другая скорость совсем, конечно. Намного чище. Хорошо делает. Вот единственное, равновесие надо держать, конечно, да. Его недостаточно показать, 2 секунды нужно его зафиксировать. Это, за это будет снижение значительное. Чуть-чуть устал уже спортсмен, видно. Тяжело дышит, и позиция не дофиксирует, видите, уже начал его болтать. Пошел проваливаться. Ну, выложился в первой части. Конечно, хочется произвести самое лучшее впечатление на судей, показать кунг-фу мастерство, то, что кунг-фу называют, да? И из-за этого к концу устают. Это такая ошибка, но я думаю, молодой еще справит. Но при этом надо помнить себе, что вспоминается, как правило, последнее. И в основном судьи смотрят, конечно, на то, судьи насколько на концовку ты устал. Смотрят, и они сразу реагируют на вот такие движения, усталости. Но, тем не менее, разница значительная между предыдущим выступлением. Оно, конечно, гораздо выше. Ну, вот, собственно, технические оценки. 6-2, 6-35, 6-3, 6-1, 6-35. Тоже невысокие. Тоже невысоко. Я думаю, как раз сказалось концовка. Да, сказалось то, что в последней части он немножко устал и выпал из ритма. Ну и оценки за... Видите, на пределе выкладываются спортсмены, за минуту 20 показывают все, на что способен организм. Очень высокие нагрузки, очень высокие. Превышение временного лимита, как правило, карается? Или... нет, если меньше, не укладываешься во время, не менее минуты 20 секунд должно быть. Так, оценки за 2.15, 2.45.